Привет, кекс. Так, кстати, подожди. Я же могу сделать вот так. Я сделаю его просто поближе. А все будет прекрасно. Так. Вот так, по-моему, лучше выглядит. Эти алерты я поставила обратно. Ну все. Загрузить. Так, сейчас. Быстро вспоминаю, что происходит. Вот этот чувак нашего друга Анхела, он же Хигура, из него выкачивает кровь. А в крови он берет его силу всех вокруг упарываться. Подать мир фантазии. И он хочет своим супер-мега-крутым воображаемым лучом силой атаку раздолбать школу и все, что под ней находится, и конкретно выкосить одного человека. Этот человек — это Шу. Ивасу. По-моему, Ивасу. Фамилия забыла. Не, Ивасами. Во, доктор Ивасами. Это который доктор Куропатка. Потому что они в лаборатории еще задолго до событий этой игры познакомились, и, короче, Тори крайне завидовал таланту нашего доктора. Обиделся и, короче, затаил обиду, и все это время хотел его уничтожить. Так, не бить микрофон. Вроде помню. Ну, я еще для себя вспомнить. Коротко. Так. Раз. Привет, Мартин. Тут, это лучшая в мире игра, да. Я ей... Мне очень сложно все вот это снова пересказывать, что здесь происходит в этом DLC, поэтому просто прими все как данность, пожалуйста, если ты будешь это смотреть. Просто прими как данность происходящее. Ну, в смысле, как крайне упорт. Слишком плохо все тут. Так. Я поставила микрофон прямо перед собой, поэтому если будет иногда громко, то это да, нормально. Ну, я его пока что поставила перед собой. Там, перед клавиатурой, в смысле. Обычно он у меня стоит как-то вот так. И вот... Ой-ой-ой. И вот как его здесь поставить, чтобы он нормально стоял и все хорошо работало, я пока не уверена. Ну и просто я еще в прошлые дни немного тихо говорила. Так он у меня стоит слева, чтобы я его рукой не била и не был провод на клавиатуре. Направленный. Сейчас бы я знала. Он записывает звук. Ну как? Он старается ловить звук, который находится перед ним. Вот прям перед ним, перед вот этой вот. Ну, короче, перед лицевой стороной. Конечно, по бокам все вот это сзади тоже частично ловит, но основное он старается ловить то, что перед. Это бюджетный микрофон у них. Сначала, сколько он стоит на самом деле. Сгрустнуло, что нельзя куда-то поехать и его там было взять за 2 раза дешевле. Ну что поделать? А заказывать было бы все равно столько же по цене. К сожалению. Но мне кажется, для новелл все равно будет прикольно. Сейчас его ставить так поближе. Блин. Все хорошо. Я просто вас уронила, чатик. Вы выжили, все хорошо. Я задела провод ногой. У меня телефон упал. Второй раз уже. Ну это фигня. В прошлый раз, когда я так телефон уронила, задела провод, у меня просто на зарядке стоит. Я пыталась понять, куда у меня телефон улетел, а он у меня, оказывается, на стул сзади меня упал. Ладно, давайте считать.
У меня нет никакого желания загнуться и стухнуть здесь. Я не помню, к чему это относилось. Перемотать все еще здесь нельзя, как в нормальных новеллах, как в первой части было. Я уйду с удовольствием. Ага, это он плевать решил. Окей. На следующий день. Так, это когда... Или когда, стоп. А, вот, да. Уничтожение. Сегодня у мистера Нишикакоджи день глупого уничтожения сей... Блять, как ты орёшь. Где Никша? Почему ты всё ещё так адки орёшь? Нет, голуби умеют летать, просто... Они, понятно, не на такой высоте, как раньше летают, как я понимаю. Но, наверное, все еще с прежней скоростью. Просто они же большие стали. Понятно, что по-другому немного все работает. Типа, в принципе, они летают, но не слишком высоко. Просто бывало, когда описывались, что там кто-то влетел или вылетел. Прям, в смысле, конкретно летал. Мне кажется, на уровень дерева мог залететь. Потому что, насколько помню, у Риотты, короче, у его семьи было гнездо, и оно было 9. Такое описывалось про знакомство их главной героини. Так, сегодня у мистера Нишикикоджи день глупого уничтожения Saint Pidgeon Nations при помощи гигантского лазера. Сила атаку! Мы вынуждены защищать свою школу. Оу, это же Юя! Мои приветствия, Монами. Это Саказаки. Я напротив здания редакции Золотого еженедельника. Ага, он звонит. Просто этого не описывались. Я думала, он тут стоит. Не поняла, почему нет этого. Спрэта. Прием. Докладываю обстановку. Все как ты и предсказывал. Внутри здания находится гигантский лазер. Он установлен на крыше, и я так думаю, они настраивают координаты цели. Взгляни через телескоп. Они уже готовятся? Куда же я положила телескоп? Не способен действовать быстро в такой ситуации. Это... Вот, используй этот. Спасибо. Откуда у тебя под рукой телескоп? Откуда у вас вообще под рукой телескоп? Ладно. В первом эпизоде был танк и динамит. Телескоп — это фигня. Спасибо, ты всегда так хорошо подготовлен, Сакуя. Так, посмотрим, здание должно быть где-то... Вау, он огроменный. Смотрите, они взяли танк из прошлого эпизода и, короче, его переделывали просто. Садись сюда. Похоже, он заряжается. Что вообще не так с силами общественной безопасности Японии? Как у него положилось держать у себя подобное оружие? Не, другое же. Ну, в принципе, основа. По-моему, веду как-то. Моделька базовая, похоже. Ну или просто один реп. Все равно похоже очень. В смысле, в мире такое же? Да-да-да. Так, подобное оружие. Вот, и я так думаю. Учитывая его размеры... Размер с танка, блин. Я знала это! У него там привязано еще больше атаку, чем те двое, что я видела вчера. Мощь атаку. Где-то... Помнишь, было лучи имба? Вот, смотрите, вот это лучи имба. Потому что это сила атаку, это лучи атаку. Это уже слишком. Если он превратит фантазии и заблуждение такого количества атаку в энергию для оружия, оно, вероятно, будет просто неостановимым. Там, кстати, Киара. Она, наверное, не услышит, не увидит, но все равно спасибо ей за холод. Мы можем быть уничтожены в любой момент. Как еще раз зовут ситуации вроде этой? Соберись или умри. Мы сами шоу. Критическое положение. Да, оно! Ты что, даже не можешь запомнить базовую английскую терминологию? Люди, я клянусь.
любом случае, нам надо приготовиться. Ты разве не на защите? Оставь наблюдение на меня и вернись на свою позицию. Да, сэр. Это правда, но мне неимоверно важная обязанность защищать всех от любой возможной атаки, которую на нас направят. Это реальная битва. Если мы упадем, школа сгорит. Моя кровь уже закипает. Когда уже выбор будет, а? Я хочу бы Дэнди посмотреть. Ах, Пиджот, мы тебя ждали. Поторопись, нам нужно приготовиться. Простите, что заставила вас ждать. Приближается судный день. Судный час. Мы должны разрушить свет темного суда при помощи мистической волны. Ангел, Риота, мистер Нанаки и я стоим на защите. Пришло время для операции «Щит милых голубков». Кто это придумал? Борись с огнем и силами галлюциногенных филиппинских голубей и силами галлюциногенных филиппинских голубей! Если мистер Нишикакоджи питает свое оружие, используя способности Анхела, мы можем ответить ему теми же самыми способностями. Если мы будем достаточно сильно стараться и верить друг в друга, силой Анхела могут сделать нас всеми голубками-волшебницами! Мы станем голубками-волшебницами! Чат! Риота, серая воркуша! Мистер Нанаки, пепельная воркуша! Я антрациновая воркуша! А Ангел — это фея, которая одарила прекрасных воркуш и их могучими способностями. Фасоль! О да! Все вместе вчетвером мы сможем поднять барьер прекрасных воркуш, чтобы защитить школу от нужных планов мистера Нишикакоджи! Слишком просто больно. Мы что, правда собираемся спасать школу шуткой вроде этой? Это не шутка. Сейчас посмотрю. А, нет, сейчас. Да-да-да, это 18% потери кадров было. Сейчас, я надеюсь, пройдет. Подождем 2 минуты. Да, 18% откуда-то появилось. Если что, я ребутну стрим. Не сложно будет. Так, кстати, я держу в курсе. Громкость игры стоит на 2. Оно все равно орёт. Так, ну я надеюсь, что оно сильно не будет дальше в пропуске кадров расти. Вроде не растет, нормально. Я стычка, конечно, есть, но... Так. Ну. Я надеюсь, что оно упадет обратно, больше не будет. Само делается. Все было отлично. Я надеюсь, что не будет сильно ломаться, это все делается. Но если что, пишите, я буду останавливаться, смотреть, что ребутать. Это не шутка. Это же прекрасные воркуши! Пикися. Я не уверен, Пиджот. Стала бы прекрасная воркуша так вопить. Ладно, это твой предавательский поход. Чтобы он точно понял. Оборонительный отряд место. Отрядный. Оборонительный обряд не стоит провести. Сияющее поле прекрасных воркуш!
Ангел вкладывает в это всего себя. Нам нужно просто верить друг в друга. Хорошо? Мы можем это сделать. Ух. Ах, какой восхитительный день. О, кстати, кекс. Сейчас, давайте еще прервемся на 2 секунды. Я думаю, тебе это будет интересно. Там же они поменяли... Тебе было крайне интересно вот эта штука. Они поменяли на National Alerts комиссию. Теперь комиссия звучит по-другому. Теперь из-за вот этой всей фигни с... Юмани, или как-то там, Donation Alerts сделали новую систему выплат для банковских карт. И теперь комиссия. Смотри, минимальная сумма вывода 500. Я не могу меньше или больше. Вообще никак. Я не могу это редактировать, как было раньше. Теперь, короче, комиссия для сумм до 500 рублей. Ну, в смысле, если ты 500 ровно, похоже, выводишь, у тебя будет комиссия... 0,5% и 19 рублей. Для 500 рублей и 1 копейки до 1000, 22 рубля и те же самые 1,5%. От косаря до 2, 25 рублей и 0,5%. И 1,8% для сумм от 2000 рублей и 1 копейки. Еще какие-то лимиты... Ну, блин, это лимиты, это интересно. Не, вообще, это, по-моему, комиссия стала ниже. Раньше там по-другому было немного. Там прям сколько-то процентов была комиссия. Сейчас, а тут это есть это? Да. Короче, там как-то было. Что-то какой-то дурной был. Я вообще думала посмотреть этот самый... DonatPay? Попробовать, может, перейти. Это на самом деле, кстати, комиссия стала пониже. Прикол в том, что комиссия реально ниже стала. Хоть единственная. Там было немного по-другому. Блин, я не помню, как там было, но, короче, там было немного по-другому. По-моему, побольше снимали. И как минимум комиссию, вот эту, которая первичная комиссия, вот эти 7%, по-моему, да, по-моему, вот эти 7% могут как раз заплатить донатера. А, еще и то, что на рубли конвертация, это да. Больше мне понравился, знаешь, какой прикол? А Donation Alerts — это Mail.ru. Всякие сервисы Mail.ru недоступны в Украине. И люди пользуются, если ими пользуются, то пользуются через VPN. Donation Alerts сделали нормальный вывод на украинские карты. Ну, блин, ребят, вашим сервисом, ребятам с Украины сложно пользоваться. Потому что, блин, оно заблокировано. Ну, просто стримеры есть, которых я смотрю, они с Украины, они пользуются DonatPay из-за того, что Donation Alerts вот это вот. Чтобы не париться с VPN, все вот это настраивать, ставить. Для OBS и все прочего. И чтобы ничего не падало из-за этого. Ну, вроде да, поэтому выглядит у них неплохо. Еще я заходила в группу Donation Alerts ВКонтакте. Меня вот смущали комментарии про то, что долго у многих людей вывод с карты идет. Ну, на карты или вообще на что-то. Меня это немного напрягает. Действительно, звучит, как будто переходить на другой сервис, это не так плохо. Я еще думала, может быть, Streamlabs настроить, чтобы можно было с карт. Люди могли донатить и просто выводить на карты. Но там пишет, что этот способ оплаты недоступен в вашем регионе. Почему? Ладно. Посмотрим на DonatPay потом. А пока вот это вот все. Да. Их. Продолжаем читать. Ах, какой восхитительный день. Ни облачко не скрывает прелестного лица Японии. И каждый уголок и щель Little Dove City обнажены предо мной.
А, каждый уголок и щель Little Dove City обнажены предо мной. Призраки прошлого, что причиняли мне боль все эти долгие годы. Это проклятая куропатка, что всегда была на моем пути. И учреждение, что позволило моему гению зачахнуть. Пришло время с ними со всеми попрощаться. Я сотру их с лица земли, и тогда наступит время вступить в новый мир, мир воображения. Что международные переводы, возможно, и банки, что какие-то запреты оформляют. А это Центробанк из-за каких-то там, не знаю, из-за каких-то вещей Юмани заблокировал. Ну, там, на них, точнее, наложил ограничение, что они не могут работать с международными компаниями или что-то такое там на территории России. Как-то так там сложное было. Не помню этот прикол, просто у многих вот игр, сервисов через вот этот Юмани или Яндекс.Кассу, или Яндекс.Мани, как они там назывались, я не знаю. Еще никогда не пользовалась, не знаю, что это такое. Шло через них, все это накрылось, теперь они все это чинят. А вот этот прикол Donut Pay в том, что они резиденты, и поэтому на них все вот это не накладывается. Так, пришло время с ними со всеми попрощаться. Я сотру их с лица земли, и тогда наступит время вступить в новый мир. Мир воображения. Как только солнце зайдет, Господин главный редактор, стоит ли нам назначить дедлайн для награждения новых лиц этого года до конца марта, как в прошлом году? Да. И еще, Такаши Поу у нас занимается анонсирующими статьями, так что удостоверьтесь, что свяжетесь с ним. Понятно. Спасибо, сэр. Еще раз, на чем я остановился? В любом случае, это не только месть, это еще и церемония, которую я должен пройти, чтобы возвестить о своем новом я. Трепещите, обыватели. Будьте поражены артистизмом моего прекрасного творения. Я буду ждать твоих извинений на том свете. Исосоума! Начинается! Она начинается! Давай же, ангел! Свет моей и надежды, что вплетается повсюду в этом мире! Даруй избранным силы, чтобы защитить эти земли! Прекрасные Маркуши, открой мое глубинное сердце! Так, нужна музыка из Sailor Moon или что-нибудь такое. Давайте печать. Единственный цветок, проросший на асфальтовой дороге. Серая Маркуша! Единственный цветок, колышущийся в выхлопных газах. Пепельная Маркуша! Единственный цветок. В смысле, я не могу сохраниться тут. Так, погоди, где гайд? Ладно, если что, тогда я пролистаю. До этого момента там недалеко было. О, атака ботов! Еее! Надо их забанить. После, сейчас, подожди, мне нужно скопировать этот текст. Модерация? Я все хотела текст этот поймать, чтобы его заблокировать. Все, они больше не придут. Так. Так, эпизод 2. Так, одну из плохих консолей, в ходе одинаковую.
Так. Давайте сначала Bad End посмотрим. Прошу сквозь асфальт. Я сомневаюсь, что это правильная фраза, Бджот. Этельблау, запретный ритуал, не сможем мы начать, покуда нужные слова не воспоют. Прости. Они все так быстро начали трансформацию, так что я просто не усп... Кех! Как печально, что ваше приключение закончилось здесь. Так, смартфон, карамелька. Ладер. Это лестница? Халперт, я не знаю, что такое. Так. Так. Сейчас мне... А, стоп, я думала, она будет то же самое. Я просто специально... А, спам-атака? Да, это, короче, вот есть такой прикол. Если ты есть на тратор-чате, или, там, не знаю, что такое происходит, ты вот на секунду отворачиваешься, и, короче... Приходит. Да, я нормально. Не волнуйся. Я все равно пыталась их дождаться, чтобы скопировать фразу, а то мне было все лень. Так что хорошо. Ты отвернулась тактически, чтобы я могла скопировать эту фразу и заблочить ее, чтобы они больше не приходили. Вот так вот. Привет, Игорь. Ты порой чувствую... А я не добавляла его сюда, мне было... Надо подумать, какие-то моменты еще добавить. Мне бы своих туда еще придумать залить, но у них не было. Оригинальная игра — это симулятор свиданий. А тут мы... Это как бы сайд-сторис во время всяких рождественских новогодних каникул зимних. Который происходит уже с персонажами, которых мы знаем, и которых мы в оригинальной игре могли романтить. Да, это симулятор свиданий с голубями, если что. Это сложно объяснить, но это так. Это очень все сложно объяснить, это лучше просто посмотреть. Ну, я не советую в это играть самому, если вы боишься за свою психику. И если тебе не задавать довольно много денег. Или там, не знаю, тебе прям не будет супер-мега скучно. А так лучше где-нибудь посмотреть. Можно у меня, я проходила это 2 года назад. Полностью на 100% на все концовки я проходила оригинальную игру. Мы вместе плавились мозгом. Вот это DLC. Здесь, конечно, упоротости очень много, но не настолько все-таки, как в оригинале. Или это после него так кажется уже. Не-не-не-не-не, поверь. В Overwatch ты пойдешь после этого лечиться. После вот этой игры в Overwatch ты ходишь лечиться. Вот так вот. Ну, хотя это все еще не нас... Я, конечно, в это не играла, но я знаю, что это существует. Да, можно, но просто не сильно злоупотреблять. Разрешаю, но не сильно. Не через слово было для выражения эмоций больше. Короче, еще существует... Существует симулятор свиданий с кузнечиком. Для мобилов, по-моему. И симулятор свиданий с парнем-конем. Это лошадь-мужик. Это как бы лошадь, и у него голова человеческая. Да, и такое тоже существует. Как дела? Все нормально. Ну, кроме того, что... Все, ладно, это не настолько больно, как я вот то, что только что перечислила. Страшные вещи. Ну и вот новый микрофон. Тестим его на примере... Навел. Как с ним удобно. Всякие верующие все проще у меня... Переезжает, но там я сижу по-другому, поэтому я думаю, что у нас нормально. Так, он огроменный. Похоже, он заряжается. Так, листаем.
листаем до хорошей концовки. Написано, что обе концовки, они одинаковые. Плохие. Можно же промотать. Так. Глуховато слышно, как будто. Ну, не знаю. У меня просто еще стоит шумоподавление, чтобы всякую фигню на фоне не было слышно. Я могу ее попробовать либо убрать, либо посмотреть, что с ней сделать. Шумоподавление. О, можно поставить. Давай попробуем сделать вот так вот. Вот так будет лучше? А если что, на микрофоне нет никаких настроек своих. Он просто тупо микрофон. Да. Я шумоподавление сделала пониже. Ох, если в OBS. Смешно. Ну, просто у меня... Я пробовала, у меня прям... Когда микрофон стоял рядом с клавиатурой, было довольно слышно. Ну, я настрою, я смогу настроить все это еще. Я научусь. В Дискорде, кстати, при этом шумоподавление нормально работает. Вот мы с Шел разговаривали, и с Тевом тоже. Было все нормально, все хорошо слышно. Вот нужно разобраться, как это в OBS настроить получше. Как сделать. Надо еще, может, посмотреть, может, еще есть какая-нибудь программа официальная для HyperX-а. Чтобы еще не понастраивать. Я просто знаю, что для подкаста есть. А для соло-каста я не знаю, если она. Так. Написано, что... Второе, правильно. Так, короче. Написано, что... Одно из плохих концовок здесь. Обе одинаковые. Значит, если обе одинаковые, то, похоже, будет точно так же заканчиваться. Просто бам. Дай попробую. Не сильно больно сейчас было. Откуда дура? Без запястья еще. Пробую и вот так. Это мне опишите, насколько это было приятно, неприятно. Конечно, шумоподавление, надо разбираться, как оно работает. Еще. По теории он частично улучшится, но... Да. Так. Ну, хотя бы, наверное, такой тоже сам попал. Хорошо. Так. Излучённый ярость пневматического пистолета! Антрациновая воркуша! Мы хотим стать здесь старшеклассниками и выпуститься! Мы не позволим тебе разрушить нашу школу! Я только что закончил проверять тесты на профориентацию, и это была большая работа. Не могли бы вы хотя бы дождаться момента, когда я их раздам? Смотрите, просто вот... Идеальный преподаватель. Ну, кроме того, что он вырубается периодически. Мне не слишком-то хочется думать о том, как я написала свои тесты на профориентацию, так что, наверное, даже если школа будет разрушена, это было бы не так уж и... Не позволяй своему сердцу сомнений, Эдельблау. Верно. Я боюсь за свой тест, но было бы гораздо хуже позволить нашей школе быть уничтоженной. Мистер Нишикикоджи, пришел конец своим вашим замыслам. Прекрасные варкуньи, барьер! Он держится, мы можем сделать это. Ох, это аниме. Мы можем спасти школу! Музыка еще прерывается прям резко. А, все ясно. Вы довольно быстро восстановились, Хигуре Анхел.
Или вы по-прежнему можете оживлять фантазии, даже будучи ослабленным? Но то, что ты на самом деле думал... Ну ты что, в самом деле думал, что у меня нет запасного плана? Приготовьтесь к запуску Фангорлиц! Это то самое, о чем мне говорили, да? Что-то происходит, Пиджиот! Что такое? Он добавляет мощности! Скоро будет следующая атака! Цундеры горлица гонщик у Кеши Моя! Семе розовый пеликан Моя! Ох, но... Ох, ну это запретное оружие, камон! Это нельзя пускать! Алло, чувак, ты вообще все разнесешь тогда! Зачем ты это делаешь? Нет, верни обычных атаку! Ты весь мир так уничтожишь! Первая волна была просто предупредительным зарядом. В конце концов, у меня припасено больше, чем просто свиньи, любящие Моя. Я слышал, что фантазии Фангорлиц превосходят любые фантазии мальчишек. Поэтому я и говорю, убери это. Ты взорвешь планету. Смотрите же, и будьте уничтожены. Поспешим. Нам нужно его блокировать. Ах, это уже слишком атроциновая воркуша. Кажется, мы теряем свои силы. Так значит, моя злая страна действительно имеет силы, чтобы уничтожить этот мир. Мы не можем сдаться. Мы должны защищать нашу школу. Мы единственные, кто способен на это. Курлы! Все начинает искрить! О нет! Курлы. Да. Счастливого Рождества! Мы еще не можем сдаться. Курлы, не можем. По-моему, они спелись, вот эти вот. Да, троица. Счастливого Рождества! Мы должны помочь прекрасным воркушам своим чудотворным голубиным светом. Опа, прикольно. Смотрите, какой у них фонарик прикольный. Курлы, вы справитесь, прекрасные воркуши. Не сдавайтесь. Вы можете сделать это! Вы прекрасные воркуши! Я слышу, как все поддерживают нас! Прекрасные воркуши, воины любви! Их доброта сделает нас сильнее! Я воин в матроске! Это очень обнадеживает, не так ли? Вы все еще сопротивляетесь мне? Какая жалость. Позвольте, я прекращу ваши страдания. Снять все ограничители на полную мощность! Он цундерка и аристократ, поэтому он должен быть уке? Ты тупой ньюфак, всякая птица знает, что горлица гонщик из полевой воробей практически канон. Но дворецкие такие горячие. Ходулончик X-розовый пеликан, это просто лучшее. Что такое? Почему конверт энергии станции таким нестабильным? Потому что... Это девочки, фанатки Йоя. Это сила, которую нельзя контролировать. Это невозможно контролировать. F твоему устройству. Пришло твое время... Время расплаты! Ты, кто использовал кровь багрового ангела Джудайки, чтобы насытить свою жадность, златогривый посланник! Чистые духи света, соберите и разбейте его золотую расцветку! Сияющий взрыв прекрасных воркуш! Мы сделали это! Мы сделали это, ангел! Мы отклонили атаку лазер! Взгляни, здание золотого еженедельника практически разрушено. Да, отвратительное зло сие
проверено было. Повержено, может быть, там нужно было быть. Вероятно, они на какое-то время выпадут из этого бизнеса. Я не был уверен, что мы сможем сделать это. Я так рад, что школа в порядке. Сие было грехом моим. Я должен раньше был понять, что кровь мою во зло он собирал. Простите меня. Не беспокойся об этом, Анхел. Все хорошо, что хорошо кончается. В любом случае, мистер Нишикакоджи был больше виноват. Для взрослого неправильно вот так бродить и обманывать учеников старшей школы. Постарайся больше не быть обманутым никакими плохими взрослыми, хорошо? Она Марли хотя бы хорошая. Да, урок сей должен выбить я на сердце на своем багровом, колдун кошмаров. Я не учел этого в своих расчетах. Мое творение было идеальным. Это все материалы, это они сгубили меня. Фантазии этих фангорлиц были ужасны. Никто не сказал мне, что их энергия будет такой негармоничной. Естественно, блин. Плохо исследование провел. Ничего бы не сломалось, если бы не было этих фангорлиц. Пыхтит, пыхтит. Я не знаю, как звуки пыхтения сделать, поэтому, да. Короче, не уверена. Давно их не слышала, чтобы воспроизвести. Ну и ладно. Нет сомнений, что он увидел силу моего артистизма. Это было объявлением войны. Это говорю я, главный редактор золотого еженедельника Нишикакоджи Тори. Ах, мистер Нишикакоджи. С вашей стороны это было очень ребячески и безответственно, вы понимаете? Я хочу, чтобы вы подумали о том, что вы совершили. Заткнись. Еще не все кончено. Фух. Ого, даже его последние слова звучали как что-то, что сказал бы кинозлодей после того, как его злодейская организация уничтожена, и у него нет ни единого шанса на победу. Когда вы заставили его дать свой номер? А он же визитку давал. В любом случае, похоже, что он, вероятно, пока что отступит. Надеюсь, мы не скоро вновь его увидим. Думаю, это значит, что твоя манга вернулась к началу, Анхел. Но не беспокойся, я знаю, ты можешь сделать это. Не ведай страха, Эдельблау. Звезда, что во глуби души моей сияет, пока что свой не потеряла блеск. Ты всегда стараешься изо всех сил, так что я уверена, однажды ты дебютируешь. И когда это случится, я тоже буду там. Ну что ж, тогда мои приветствия, Монами. Хорошая работа. Юви, как там стоят дела? Надеюсь, никто не был убит? Не беспокойся, здание серьезно повреждено, но мы уже извлекаем всех, кто был похищен из выставочного центра. Мы с этим разберемся. Отличная работа. Спасибо, Юви. Выходит, даже этот безродный может иногда приносить пользу. В первом эпизоде он неплохо так пользу принес Сакуя. Алло. У него много разных таинственных связей, так что он и правда очень полезен в подобных ситуациях. Похоже, что все разрешилось. А вообще, кому мистер Нишикакоджи так пытался отомстить? Надо будет позднее как-нибудь позвонить ему и спросить. О боги, я что, простудился? Наверное, мне следовало взять с собой дополнительный свитер. Те, кто не знает, в Японии, не знаю, может еще и в других азиатских странах, считается, что когда ты чихаешь, тебя кто-то вспоминает. Это как если у нас ты икаешь, то тебя кто-то вспоминает, у них если ты чихаешь. Так, эпизод 2 закончен? Да, мы получили достижение за второй эпизод. Ей. Так, Клерия, ты видишь что-нибудь? Это как Нишикакоджи выглядит, если он человек. Ей, прикольно. Так, это все мы видели. Вот, все, вот телефон был. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мужчина. Так. Это мы еще не открыли.
Мы должны все это открыть, чат. Честь радио какое-то. Ой, не-не-не, просто. Давайте это все потом почитаем тогда. Так, загрузить. Не загрузить, а новая игра. Третий эпизод. Правитель звезд, король сновидений. Так, сразу посмотрим насчет выборов. Не тут. Прохождение эпизода удивился, крин проигрыша. Прохождение галерея. Одна опция. Лучше дойду. Итак, читаем. Правитель звезд, король сновидений. Путь к его царству потихоньку пробуждается в спящем ночном небе. Мы не должны пропустить наш поезд. Мы пересекаем пылающую реку. Мы следуем по обсидиановой карте в мир теней. Пожалуйста, видите имя. Так, чат. Как мы назовем нашу героиню в этот раз? Она была чатом, она была чатиком. Как теперь мы преобразуем слово чат, чтобы назвать ее? Давайте, надо придумать. Как бы позвать? Чтобы это еще было не так сложно читать потом. Чач. Ой. Я знаю одного стримера, который называет свой чат чачем. Ты случайно его тоже не смотришь, а? Точнее, там это было случайно, и после этого пошло чач, чач. Еще откуда-то пошел твердый знак. Надо поинтересоваться, откуда там про твердый знак пошло. Чач это... Ладно, давай, будет чачем. Нет, не так. Чач. Чач... Какая-то сака. Пиджиот. Пиджиот чач. Подходит? Я считаю, идеально. Идеально. Этот стример чич. А, не, он... Это у Блэка он заговорился и как-то и просто полстрима называл чат чачем. Я не здесь. Был уже почти конец года, и Нагеки раскрыл мне свою тайну. Это, короче, его Рут, это слезливый Рут. Эти девочки его очень любят. Что ты имеешь в... Похоже, я стал чем-то вроде призрака, привязанного к месту своей смерти. Или что-то вроде того. Я всегда видела его только в библиотеке, но я думала, что он просто замкнутый. Я не ожидала подобного. Я видела много чудес на своем веку, но это... Хотя он все еще остается на Геке. Это ничего не меняет между нами. Не важно, кто он, важно, что он мой друг. Это ничего не изменит. Вы очень странная, мисс Пиджиот. Быть, вам стоит тщательнее выбирать друзей? О чем ты вообще говоришь? Если я хочу, я буду дружить. Если я захочу, я буду дружить с привидением. На сегодня все. Увидимся завтра. Короткие дни всегда напоминают о конце семестра, да? Именно. Примерно неделя осталась, да? Ох, мне так одиноко. Хотелось бы мне подольше задержаться в классе 2-3. Курлой, Око-сан тоже чувствует себя одиноко. Око-сан не хочет быть выброшенным из этого класса.
Опять для тех, кто не знает про японские вот эти вещи, каждый год, каждый вот Новый год учебный, классы перемешиваются заново. Поэтому у тебя каждый раз новые одноклассники. А может быть, не совсем новые. И там еще периодически они места меняют каким-то образом. Ну, в плане в классе парта. Так чего же вы не останетесь на второй год? Остаться на второй год в старшей школе было бы уже слишком. Тебе что, наплевать, Сакуя? Тебе не жалко, что в конце этого года мы все расстанемся? Вовсе нет. Привязанность для слабаков. Тогда я один из слабаков. Ну, если в следующем году мы снова будем в одном классе. С мистером Нанаки. Что ж. Я тоже надеюсь увидеть вас этой весной. Год почти закончился. А значит, и мои дела в библиотеке тоже. Надо бы сходить туда. О, вы не могли бы подождать? А? Мы еще не закончили? Простите. Я забыл кое о чем вам сообщить. Завтра школа будет открыта в ночное время. Ничего себе. Школа? Открыта? В ночное время? Это какая-то школка... Это какая-то школьная проверка на храбрость? Грандиозный тур храбрецов в честь окончания года. Идеально, чтобы заставить мою кровь кипеть. Только подумай, сколько воспоминаний у нас останется. Не хочу я таких воспоминаний. К сожалению, я говорю не об этом. Завтра ночь клуба любителей астрономии. Вот это офигенно. У вас такое было, а? У вас никогда такого не было. Вообще нифига не было, по сути. У нас какие-то кружки были, у нас чаще их, по-моему, только закрывали. У нас довольно много, вроде бы, было в теории изначально. Потом мы все как-то поскращали, поубирали. Осталось только больше всякого спорта. Языки. Чем-то все. Больше чем мы занимались в центре. Не знаю, даже что у нас шахматная осталась. Когда еще училась. Сейчас не знаю, как. Клубы любителей астрономии? У нас была модельный кружок. Прикольно. Бля, ну тут прикольно. Когда я училась, ну, понятно, начальную школу, да, примерно тогда, у нас первый год был обязательно фольклор. Я помню. Потом уже было как-то по выбору мог ходить. У нас фольклор был, у нас была отдельная хореография. Ну, это как предмет был. Хореография. Дополнительно к физкультуре. И ты мог еще сам ходить, там, все, танцевать, выступать. Всякие спортивные кружки, понятно, там, не знаю, волейбол, баскетбол, футбол, по-моему, не было. Волейбол, баскетбол, точно? О, потом еще гандбол добавился, я знаю. Чего там еще было? Шахматы были. ИЗО было. Ну, по-моему, ИЗО осталось только для младших классов, первого-четвертого класса. Хореографию вроде как точно закрыли. Дополнительно. Там только какой-то. Не как кружок, а, по-моему, только конкретно сборная. Или типа того. Ну, сборная, не знаю, там. Даже, наверное. Я знаю, что преподаватель так и оставалась все вот эти годы, но не знаю, чем она занималась. Было занято. Фольклор, по-моему, прикрыли. Мне кажется, у нас еще информатика когда-то была. Кто-то у нас ходил, это было все отдельно дополнительно, но потом тоже закрылось, не знаю почему. Просто так. Это очень грустно. Там слушают другие школы, где какие-то вот такие прикольные кружки, там, не знаю, рукоделие, моделирование, еще что-то, не знаю, астрономия. Ну, что-то такое вот прикольное, развивающее. У тебя было просто очень много учебы. Не было сильно взаимодействия со школой в итоге.
разговор, мне интересно. Печально обидно. Надеюсь, это было больше в школах. Может быть, в моей школе Сергей это тоже сделали. Сделают. И будет там нормально. Это значит, в астрономическом клубе проводилось много серьезных наблюдений, но через некоторое время их деятельность превратилась в костровые вечеринки. Через какое-то время они начали поклоняться кострам, словом божествам, превратились в культ, студенческому совету пришлось принять серьезные меры. Если хочешь услышать эту историю, то просто купи и послушай ее. Правда, на английском языке ее не выпустили. Это, похоже, прикол какой-то с дополнительными материалами, да? Сейчас был. Ладно. Ты думаешь, Шоди заинтересуется твоим предложением после такого замечания, Чач? Курлы-курлы, это скрытая реклама, скрытая реклама. Надо, кстати, тоже какую-нибудь скрытую рекламу сейчас сделать. Не знаю чего, ну, короче, здесь должна была быть скрытая реклама, вы можете потратить на нее свои деньги. Капа. Не знаю. Скрытая реклама. О, постой. Скрытая реклама. Курлы-курлы, скрытая реклама моих алертов. Вот, во. Я бы не сказала, что она такая уж скрытая. Настоящий самурай никогда не прячется. То есть астрономический клуб снова начал свою деятельность? Да, но костры мы им жизнь запретили. Как они вообще пришли к этому, боже? Завтра должно быть полное лунное затмение. Мы решили открыть крышу ночью, чтобы все могли на него посмотреть. Для того, чтобы прийти, не обязательно быть членом астрономического клуба. Все приглашены. Я шучу. Я отключала вас от зарядки. 60% вам хватит. 68% даже. Донаты — это, конечно, круто, но это только если это могу себе позволить. Так-то я надеюсь, что мне снова работу подкину. И я могу с чистой совестью потратить все на планшет. Потому что если у меня там хватает на планшет, но это, возможно, означает минус еду. Поэтому я надеюсь, что мне подкинут работу на этой неделе, на следующей. Будет тогда все прекрасно, отлично. Кто знает, когда она будет в следующий раз? Я должна пойти? Нагеки, я слышала, что скоро будет тотальное лунное затмение. Полное лунное затмение, мисс Пиджот. Не тотальное. Взгляд Нагеки подобен холодному ветру зимней сибирской ночи. Ты когда-нибудь видела что-нибудь подобное, Нагеки? Возможно. Может быть, да, может быть, нет. Я не помню. Похоже, он лишь совсем недавно осознал, что мертв. Его память еще затуманена. Я бы сказала, в какой момент относительно игры он умер, но я не могу точно вспомнить. Там лет 5, что ли, точно прошло с его смерти. Что-то такое было. Он довольно давно здесь один. Ничего не понимает. Так.
Кстати, вижу, Мартин тоже очень понравилось про... Как ты смеешь стоять? Где стоял он? Я просто открыла Твиттер, и мне после этого нашего разговора, нашего уникального фанфика в нашем дженерале, в Дискорде, не знаю, я это просто увидела, и это было так в тему. Но когда я это, помню, увидела в фильме, я тоже, не знаю, мне просто на смешок пробило. Как ты смеешь стоять, где он стоял? Тебе стоит, Твиттер стоял. Может, вообще уйти? Еще затуманено. Завтра школу открывает ночью, так что мы как раз можем его увидеть. Хочешь посмотреть его со мной на Геке? Но он же не может выйти из библиотеки. Был только один, его Рути был... И, по-моему, даже в истинной концовке тоже это было. Были там буквально один или два уникальных момента, когда у него получилось выйти за пределы библиотеки, потому что он умер, блин, в библиотеке. Он не может выйти за эти пределы. Родные батали по ГП... Ну, там не совсем баталии. Это просто такие дискуссии. Очень многомысленные. Глубокомысленные. Я надеюсь, ты потом не читал. Я надеюсь... Не читай. Просто если вы не читали, что происходило там последние вот эти моменты, с того момента, как мы начали говорить про то, что Волдеморт — это на самом деле Гриндевальд. Вот до какого-то там сообщения последнего, где мы шел провожаем все-таки последний раз спокойной ночи, вот не читайте вот это вот все. Вас тоже накроет иначе. Вы просто все вместе кого-то топите? Да не, мы не топим, мы скорее просто обсуждали, что... В первую очередь мы обсуждали, что Снейп не идеальный персонаж, как его многие выставляют. И это действительно нормально, есть огромное количество нормальных аргументов. Потом мы еще обсуждали, что, в принципе, мародеры не самые прекрасные люди, идеальные, чистые. О чем тоже очень много аргументов, и о чем многие люди говорят, но многие люди об этом забывают в то же время. И, в принципе, то, что нет бел... Нет, неправильно. Неправильно говорю, нельзя так говорить. Нет светлой и темной стороны полноценно в книгах по Гарри Поттеру. Нету четкого деления вот эти хорошие, вот эти плохие. Все хороши, скажем так. Ну, кроме Амбридж. Вот Амбридж, да. Ей либо не сделали, не раскрыли какой-то момент, почему ее можно пожалеть. Либо она тот самый персонаж, которого невозможно пожалеть, который... Да. Я видел только фильмы. Ну, фильмы это не... еще не все. Хотя актриса, кстати, вот актриса, которая играла Амбридж, она очень круто сыграла, я не знаю. Максимальный респект этой женщине. Она офигенно это сделала. И она очень хорошо передала персонажа. Ну, просто на основе того, что мы читали книги, смотрели фильмы, играли в игры. Тусовались на Поттермор, читали Твиттер Роулинг и все прочее, вот, прочее, фанаты задроты, все такое. Ну да. Надо будет, кстати, пробовать поставить, не знаю, за 30 или... 30, за 300 или 400 тысяч прохождения Гарри Поттера первого, я думаю. Я думаю, это будет весело. Мы могли бы устроить вечеринку с наблюдением за Луной прямо в библиотеке. Это из пятой части? Да-да-да, в розовом. Дамочка в розовом, похожа на жабу. Еще очень любила котиков и очень противная такая, да-да-да, мерзкая женщина. Да. Долорес Амбридж. Из министерства. То самое. Относительно книжного героя ее очень хорошо передали. Там понятно, что, может быть, некоторые моменты не идеальны, но это потому, что фильм вообще максимально не идеальный. Ну, прям очень хорошо передано было. Ну, еще мы обсуждали, что... Хотя нет, да, нет, я, по-моему, в другом месте уже читала, что многие очень сильно полюбили Снейпа из-за того, что Алан Рикман его очень хорошо сыграл, как более приятного персонажа, чем он был в книгах.
Да. Да, да, да. Вот, вот, просто. Сыграть плохого персонажа еще нужно уметь. Вот это офигенно. Я помню, еще в «Экстрасенсе» она. Ну, фильм, по-моему, «Экстрасенс» называется. Такой триллер. Хоррор-триллер. Нет, триллер. Она тоже отрицательного персонажа сыграла, и очень прям приятно было. Хорошая актриса. Во время лунного затмения луна полностью скрывается из поля зрения. Я не уверен, что это можно назвать вечеринкой с наблюдением за луной. Может быть, нам просто пойти на крышу в конце концов? Ой, да. В конце концов, ее же открывает. Но разве ты можешь выйти? Если на крышу, то да. Как? Погоди, как ты можешь выйти на крышу? Ты не можешь же за предел... Ты из библиотеки выйти не можешь, алло. Ты сам это говорил. Что, серьезно? Разве ты здесь не заперт? Похоже, я забыл вам сказать об этом. Я могу покидать библиотеку. Так, вот это я не помню. Погоди, по-моему, ты вот дверной проем. Все, он тебя закрывал. Ты не можешь ни в окно, ни в дверь. Чач, да, привет, Ава. Поскольку чат заказал эту игру, в первом эпизоде нашу героиню звали Чат-т. Во втором эпизоде ее звали Чатик. А теперь ее зовут Чач, по предложению Кекса. Да. Ну и стабильная Пиджиот, фамилия. Это у меня еще с первой части, ну, с оригинальной игры все пошло. Поэтому она у нас Пиджиот. И каждый раз у нее было рандомное имя. Да, да, да. Тут, как и в любом симуляторе свиданий, можно самому давать своему герою имя, да. А вверх-вниз по этажам, например, химическая лаборатория, расположенная в подвале. Мобильность только вертикальная. Не, в игре так не задумано. Через потолок и пол ходит. Да, вот я не помню этого. Я не помню этого в оригинале. Может, это так и было, просто я не помню, потому что его рут был... Это важный персонаж. Вообще все персонажи очень важны для истинной концовки. Он довольно особенно. Эрнакел и Око-сан наименее важны для концовки, для понимания всего, что происходит. Я не помню, чтобы он ходил по другим этажам. По-моему, он был полностью заперт, и там изредка он мог случайно где-то оказаться. Он не понимал, как. Восхитительно! Как же долго мне придется тренировать свои ноги, чтобы обгонять тебя по лестнице? То есть ты можешь присоединиться к нам на крыше? Ага. И, кстати, еще прикол в том, что его никто не видит. Только наша героиня его видит. Может быть, еще кто-то, но я не помню точно. Точно среди учеников только героиня была. Кто может его видеть? Ура! Это шикарно на гельке. Серьезно? Я не уверен, что это хорошая идея. Да ты только подумай. Мы могли бы принимать солнечные ванны на крыше во время ланча и все такое. А, я уже вся в предвкушении. Может быть. Наркомания, однако. Здесь градус наркомании не настолько хорош, как в оригинале. Хотя, может быть, если вы не знакомы с обычной версией Hot Apple Boyfriend, то это довольно странно звучит. Но после него все не так плохо. Все не так плохо уже после оригинала. Просто плохо становится тебе. Ты больше никогда не станешь прежним. Может быть, но обычно во время ланча вы все равно дремлете на подоконнике библиотеки, так что не думаю, что что-то изменится. Господи, Наеки, неужто ты не понимаешь, что так все станет куда романтичнее? Это голубь. И он призрак. Алло. Как же ты глупая. В любом случае, давай посмотрим лунное затмение вместе. Ты не против? Что ж, так уж и быть. Ура! Здорово! Вы полны энтузиазма, разумеется. Ах, я уже не могу дождаться. Не могу дождаться. Кстати, как у тебя там прохождение Beyond the Souls? Так. Важное замечание. Внимание. Этот эпизод содержит спойлеры к роману Сейси Якомидзе «Клан Инугами».
Так, если вы внезапно читаете вот этот роман или хотите его прочитать, то будьте осторожны, я так понимаю. Если собираетесь прочитать его, вам стоит сделать это перед тем, как вы прочтете этот эпизод. Я судил этот факт. Но в случае приятного чтения. Ну ладно. Я не уверена, что я сейчас когда-либо слышала про этот роман. Ну да, ну игра-то японская. Может, это у них популярная или классика. Обещанная ночь полного лунного затмения. И на небе ни облачко, и идеальная ли вечеринка с наблюдением за луной. Примерно половину прошла, я думаю. А ты играешь в хронологическом порядке или то, как было оригинально, без хронологии, ну, в смысле, рандомайз воспоминаний? Я просто, наверное, даже смогу примерно сказать, где ты играешь тогда. Я просто сколько, два раза, по-моему, смотрела игру, проходила дважды. Ну да. Не, в оригинале. А, вот. Одобряю. Я просто помню, как люди наныли на... чтобы сделали хронологию. Но задумка игры в другом. А где ты там сейчас? По сюжету. Как вообще тебе игра? Играла? Нравится. Нравится, как тебе за Айдена управление. И военный. Так, постой. Ну, так, она... Да, я тоже так считаю. Так, просто я еще нажму. Ладно. Я не уверен насчет вечеринки, но я рад, что небо чистое. Погода обещали немного облачную, так что считайте, нам повезло. Здесь холодно, так что убедитесь, что вы не замерзнете. Я стримую, да? Угу. История нравится. Ох. Я хотела, помню, как-то сделать вообще все концовки, но это нужно будет еще игру переигрывать снова, чтобы убивать персонажей. Управление дурацкое. Да не, нормально. На самом деле еще очень круто играть вдвоем. Ну, в смысле, с геймпадов. Если играть, наверное, на ПК тоже так можно. Вдвоем очень круто играть. Там, ты играешь за Джоди, и твой партнер играет за Айдена. Передаете туда-сюда управление. Это довольно прикольно, кстати. Я играла и сама, и так вот вдвоем. Очень круто, на самом деле. Ну и, кстати, поверь, управление там очень хорошее. Очень хорошее управление. Если ты хочешь дурацкое и плохое управление, сыграй в Фаренгейт. От них же. Ну, оно там, понятно, игра старая и все такое, но да. После Фаренгейта управление в Heavy Rain прекрасное, персонажи не кажутся танками. После управления в Фаренгейте в Beyond Two Souls все прекрасно с управлением. Даже в Детройте все прекрасно с управлением после Фаренгейта. Поэтому играть по хронологии это очень круто. Лишь свалил базу или мне тут. А. Ну. По-моему, да. По-моему, это близко к половине. Ой, там, блин, не военная база как-то. Там будет еще момент с одной войной. Я думаю, ты тоже сгоришь, не все там горели. С того, что эпизод очень тупой. Ну, в плане. Он сильно очень выбивается, и он такой дурацкий, не знаю, вот именно. Не могу объяснить, что он плохой, но ощущение от него, то, что он дурацкий, то, что он ненужный или лишний, то, что не должно было быть его на самом деле. Что-то такое.
И поэтому, на самом деле, ну, он очень хорошо обосновывает, почему все произошло дальше, но ощущение от него вот такое вот именно дурацкое. Так, ой, закончить надо. Мне там надо идти работать сейчас. Давайте я чуть-чуть до логического момента дочитаю и закончу. Пойду работать. Еще оформлю себе велосипед. Я смотрю, вы принесли одеяло, сэр? Да, одеяло всегда помогает мне расслабиться. Просыпайся, идиот! Разве ты не должен быть ответственен за нас? Еще раз проходить как раз хронологию. Не, я думаю, я хронологично основу хочу проходить. Просто посмотрю, какие у меня не сделанные вещи для ачивок. Буду все делать. Там один или два раза нужно будет еще пройти. Похоже, вся наша привычная компания в сборе. Встретиться в школе ночью — это так волнительно. Курлы, полная луна, живописные инстинкты Акасана пробуждаются. Хорош тебе готовки. Я тоже уже заканчивать буду. Курлы, вы чувствуете, как внутренний зверь взывает к вам? Чач на веке. Мой внутренний зверь? Сомневаюсь, что у меня вообще есть такой. Я чувствую, Акасан, моя кровь охотника-собирателя вскипает. Глядя на вас, я словно снова перемещаюсь в те времена, когда люди правили землей мисс Пиджилот. Курлы, Акасан думает, что Чач не совсем человек. Нет, я даже очень человек. О, давайте вот, вот тут остановим. На логической мысли. Логическая мысля. Ника, чатик, давайте я пойду работать. Утрировать чатик. Другой. А мы с вами продолжим играть в эту прекрасную игру в следующий раз. А еще вас на этой неделе, я не уверена, когда. Мы там еще должны чуть-чуть договориться. Тогда об этом заново. Вас ожидает что-то прикольное. Такие дела. Да. Заходите еще, все такое, хорошего вам тенечка. Спасибо, что зашли, спасибо, что потерпели происходящее здесь. Так, да. Подписывайтесь, сабайтесь, у меня есть еще другие, там, можно донатить, не донатить, есть еще, если хочется. Если вам кажется, что подписка на Twitch очень дорогая, но вам хочется как-то меня регулярно поддерживать, то у меня есть Patreon. Я туда все еще нифига не выкладываю, потому что я никак не могу настроиться на новое, что я туда хочу выкладывать. Там можно просто за $1 в месяц подписаться, и это будет типа стабильная поддержка. У вас будет прикольная оранжевая роль в Дискорде. И, да, тоже какие, не знаю, плюшки. Может быть, будет получать все такое хорошее. Я пойду себе оформлять минус еду, но плюс планшет. Я надеюсь, что работу мне все-таки дадут, если что. Если мне там просто задания дают, которые оплачиваются. Я надеюсь, что мне все-таки дадут, и у меня все-таки будет еда в итоге. Но я пойду все-таки заказывать планшет, пока там скидка. Давайте. Всем хорошего дня. Идите, скажите, что Илья хороший человек. Я думаю, знаете что? Я пострелю.